Пятый Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2022» прошел в Нижнем Новгороде. Он организован в рамках Года культурного наследия народов России. Тема фестиваля – комплексное развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной и исторической среды. Северную Осетию представила компания «Скифос РСК». Республика завоевала золотой диплом в номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям». В деловой программе фестиваля приняли участие более 100 российских и зарубежных экспертов.